Этот трамвай осуществит ваше желание – желание узнать что-то новое и интересное. Он начнет свои экскурсии по улице Рождественской с 1 августа. Уже прошла первая эксклюзивная поездка. Яркий вагончик, расписанный под хохлому, не мог не привлечь внимание пешеходов. Вот и первые пассажиры. Хоть я и сама коренная нижегородка, но захотелось узнать историю этой улицы и нашего города там больше. Конечно, необычно, потому что трамвая у нас, например, в Астрахани их убрали, и в Волгограде трамваев практически нету. Ну, мало где трамваи. В Москве убрали трамваи многие. Вот, поэтому это как-то очень необычно так. Уже трамвай смотрится. Тем более, что это не спеша. Можно хотя бы все разглядеть и сфотографировать. Проект «Трамвай желаний» создан фондом «Земля Нижегородская» и «Рождественской стороной». Организаторы берут на себя в первую очередь культурно-просветительскую функцию. Здесь пассажирам расскажут об истории города, в особенности улицы Рождественской, и о том, чем это место живет сегодня. Для самых маленьких в «Трамвае желаний» будут проходить увлекательные квесты, а для взрослых – интересные встречи, к примеру, с архитекторами или художниками. А экскурсовод покажет гостям трамвая такие места, где загаданное желание обязательно сбудется. Друзья мои, кому-то сейчас через буквально на несколько минут достанется счастливое место. Я вам об этом расскажу. Трамвай желаний тоже такая как бы новая традиция. Нам бы хотелось, чтобы люди узнавали, когда любили и берегли то место, на котором мы живем, работаем, независимо. Пока мы говорим о Рождественской, начиная со своего подъезда. Чтобы это было модно, как здоровый образ жизни. Кроме того, в проекте большой акцент ставится на выбранном виде транспорта. По словам сотрудников Нижегород Электротранс, во всем мире и во многих городах России трамваи сейчас вымирают. Пассажиров у них все меньше. Вот эта работа, вот эта популяризация трамвая как не только транспорта обычного, но как еще и место исторического, культурного, где можно проводить разные мероприятия. То есть вот это как раз та совместная работа, которую мы делаем с Рождественской стороной. Нижегородцев, желающих прокатиться, ждет и трамвай 1935 года производства. Кстати, первый трамвай в России вышел в рейс именно в нашем городе на улице Рождественской в 1896 году. Для трамвая желаний даже водители обещают выбрать необычных, тех, кто работает уже более 50 лет и сам с легкостью выступит в роли экскурсовода. Прокатиться на необычном трамвае можно будет с 1 августа каждую среду в 12:00. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижний.